Кто там? Кривенко, открывай скорей. ЧП, Касымхан. Нападение на третий склад. Часовой убит. Сколько человек? Ничего не знаю, сам только с постели. Подожди, я сейчас. Хорошо. Я поставлю чай. Некогда. Все некогда. Надо ехать. Я хотел с тобой поговорить. Потом. Ладно? Хорошо. Ремнем задушили, а может, веревкой. Их было человек 5. Возможно, товарищ начальник. Такую стрельбу открыли, чего они только искали. Обыскали задержанного? Никак нет, не успели. Связали и все. А где он? В складской конторе. Обыщите его хорошенько. Слушаюсь. Слушай, на складе, кроме мешков с цементом, ничего нет. Ну и что? Как это что? А где опиум? Не могли же они столько с собой унести? Да, не могли. Надо арестовать караульных и допросить. Подожди, Петя. Опиума здесь нет и не должно быть. Как это не должно? Перенесли на другое место. Охрану оставили для отвода глаз. А куда перенесли? В более надежное место. Ну, мне-то ты мог бы об этом сказать. Все-таки я твой заместитель. Встань, сволочь! Погоди. Как зовут? Откуда, из Китая? Где перешел границу? Значит, с неверным разговаривать не хочешь? Где оружие? Обыскали. Никакого оружия не нашли. Ты что, в своем уме? Иди обыщи все. В сарае и вокруг. Слушаюсь. Идем. Халат. Так. Все ясно. Самоделка. Дутовская. Теперь он заговорит. Петя, ты поезжай в город. Председатель Семиреченского ЧК приедет из центра. Скажи Юхану, что я немножко опоздаю. Хорошо. Вот, нашли. Встать! Пошли. Стой! На. Бери. Иди. Иди. Стой. Ты из Кульджи? Чугунчака? Кульджа! Запомни, у меня там родственники. Иди.
Салем, Ахмед. Салем. Лошади готовы? Готовы. А люди? Вот он. Кто ты такой? Аким. 42 раза границу переходил. И ни разу не попадался. Ну и молодец. Вдвоем справитесь? Нас даже слишком много. На, в куржуне деньги и золото. Все пересчитано. Не забывай, Аллах не любит любопытных. Ну и что? Так ничего и не сказал? Нет. Пытался покончить с собой. Правоверный шиит. Ну, этих не перевоспитаешь. Фанатики. Вы что думаете, они из Китая? Убежден. Причем не просто контрабандисты. Эти люди посланцы из-за кордона белыми. Точнее, атаманом Дутовым. У меня на границе нарушений не было. А может, это местные? Патроны дутовские. Самодельные. Да, атаман в Кульдже наладил патронный заводик. Готовит наступление. Хочет задушить советскую власть в самом начале. А пожалуй, Касымхан прав. Это была разведка боем. Это нападение на склад. Дутов давно ищет, куда мы перепрятали опиум. Точно. Опиум, это же золото. Обнаглел гад. Золотишко ищет. По всему видно, готовит наступление. Вот посмотрите. Граница. Мазар, Кульджа, Суйдун. Более 12 тысяч собрал. Артиллерию подтянул. Амуницию шьет, фураж закупает. А мы здесь сидим, с вами лясы точим. Да, с Дутовым надо кончать, пока не поздно. Да уже поздно, поздно. Чека только обещает операцию. Похищение Дутова, задуманное нами, сейчас невозможно. Почему невозможно? Он засел в крепости. Никуда не выходит. С ним конвойные сотни и сотни особого назначения. Головорезы. Более того, 3 наших человека арестованы контрразведкой Дутова. И вчера казнены. Сегодня явился связной, принес фотографии людей, близких Дутову. Вот, взгляните. Вот и Дутов со своей полюбовницей. А это полковник Аблайханов, я его знаю. Откуда? По своему буржуазному детству. Мы с ним учились в гимназии. Касымхан, я бы хотел поговорить с задержанным. Сожалею. Мне пришлось застрелить его. Как? Очень просто. При попытке к бегству. Здравствуйте, товарищи. Садитесь, садитесь. Вы уже совещаетесь? Продолжайте. Я немножко задержался в центре. Прошу меня извинить. Когда будем Дутова брать, товарищ Суворов? Вот начальник УЧК утверждает, что невозможно обезглавить гидру контрреволюции, прежде чем она снова не прольет пролетарскую кровь. Одну минуточку, товарищ Нестеров. У меня есть неприятное донесение. В Верном раскрыт крупный контрреволюционный заговор. Цель заговора – подготовка к восстанию в момент выступления Дутова и Синьцзяня. Так. Организация состоит из белого казачества, офицерства и местных националистов. Организация тщательно законспирирована и имеет широко разветвленную сеть. Отделение от организации есть и у вас. Это еще не все. Во главе этой организации стоит... Я давно подозревал эту сволочь. Оружие! Отконвоируйте его в изолятор. Не может быть. Да нет, не может быть. Я этому не верю. Да он же байский сын, князь. У него дядя в Китае. Это же разговоры. Чияров всегда был честным чекистом.
Тихо, тихо, товарищи. Чидьяровым займутся в центре. Меня сейчас больше всего интересует, как обстоят дела с похищением атамана Дутова. Это самый важный вопрос. О, создатель! За что же это взяли нашего Касымхана? Шпион! Бедная Салтана. Проходите, проходите. Смотри, это же Касымхан. Продался буржуям, гад. Доигрался. Одной ногой на двух камнях стоять хотел. Ведите, ведите, туда ему и дорога. Дали? Он таким, как ты, воровать не давал. Ну ладно, помолчал. Вот ты и злишься. Салтанат? Это правда. Правда. Я хочу его видеть. Я не могу этого позволить. Но ведь ты большой начальник. Ты был его лучшим другом. Разреши, пусть он мне скажет об этом сам. Иди домой. Я не уйду, пока не увижусь с ним. Иди домой. Скажи. Скажи. Его не убьют. Иди домой. Никого ко мне не впускать. Есть.
Я заскочу домой, хоть взгляну на жену. Может быть, погоня. Я мигом. Салтанат! 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 Тебя отпустили? Я бежал. Но ведь ты не виноват. Я ухожу. Ухожу на ту сторону. Только пришел сказать тебе. Они меня уже ищут. Значит... Значит, ты в самом деле? Иначе я не мог поступить. Тогда я благодарю Аллаха, что твой сын еще мал. Он сможет забыть тебя. Не испытать стыда, который мне суждено терпеть до могилы. Совесть моя чиста, Салтанат. Но честный человек не крадется вдоль стены и не прячется от людей. Хочу посмотреть на сына. Нет, я не пущу тебя. Скажи, ты меня больше не любишь? Люблю. Но ты умер, Касымхан. Умер для меня и для твоего сына. Он забудет твое имя. Клянусь тебе. Ахмед, оставайся здесь. Аким, за мной. Стой! Кто идет? А, Амирбаев, это ты? Я, товарищ начальник. Как дела, Амирбаев? Слава Аллаху! Все спокойно, товарищ начальник. Когда сменяешься? Утром, товарищ начальник. Хватит. Иди.
Мне надо идти, чтобы скорее вернуться. Жди меня в четверг в 6 часов у пастуха. Хорошо. Прощайте. Пошли. Разъедемся? Через 2 километра. Встретимся вечером в 6 часов в Чайхане. Ни в коем случае не подходи к моему дому. Господина, господина, какой счастливый день, какой счастливый день, господина. А где дядя? Дядя нет, дядя уехал в город Чугучака, господина. А когда вернется? Очень скоро вернется. Какой счастливый день, господина. Господина, какой счастливый день. Thank you.
Слушай, Ли. Ли слушает господина. Дверь на черный ход заперта? Дверь на черный ход совсем закрыта. Черный ход и лестница старая, худая, совсем закрыта. Иди, Ли. Ну все, можете идти. Извини, Салтанат, это мой долг. Ты должна мне рассказать все, что произошло. Ничего, мне теперь все равно, я уезжаю. Мам, отломи палочку. Уйди, сынок. С кем он встречался перед побегом? У нас почти никто не бывал. Ну, мам, отломи. Уходи! Вы расстались вчера утром? Нет, сегодня ночью. Как? Сегодня ночью он приходил проститься со мной. А с кем он был? Один. Один? Нет, его кто-то ждал на улице. А там не было человека со шрамом? Не заметила? Нет, я не видела лиц. Ты должна говорить мне правду. Для тебя он муж, а для меня изменник, предавший революцию, рабочий класс, народ. Касымхан предатель. Я не могу в это поверить. Вчера я была в тюрьме. Хотела поговорить с ним. Услышать, что скажет он. Но Суворов меня не пустил. Как? Суворов был вчера в тюрьме? Да, я видела его у ворот. А долго он там был? Не знаю, я ушла. Салтанат. Да. Твой муж не только предатель. Он уголовный преступник. Сегодня ночью он ограбил склад с опиумом. Мне рассказал об этом часовой, которого Касымхан хотел убить, но в спешке промахнулся. Он похитил опиума на 1 000 000 рублей. Это сейчас, когда страна обливается кровью, а дети мрут с голоду. Не надо. Нет, он не мог бежать без посторонней помощи. Послушай, Салтанат, наш разговор должен остаться строго между нами. Даешь ты слово? Хорошо. Да. Если он вдруг появится или пришлет к тебе кого-нибудь, то сообщи об этом только мне. Ни Суворову, никому другому, только мне. Понимаешь? Ну все. Ты пришел? Да. Зачем? Как видишь, отдохнуть. А ты не боишься, что я тебя расстреляю? Нет. Почему? Потому что ты мой друг. Был. Был другом. Все это далекое прошлое. Когда в последний раз мы спорили с тобой, я в кармане сжимал рукоятку пистолета. А я гранату. И что же ты не взорвал меня? Потому что ты проиграл в нашем споре. Ты уходил за кордон, а я остался. Врешь. Просто со мной было 10 солдат, а ты был один. 10 солдат тоже аргумент, особенно в политическом споре. Ну и кто же оказался прав, по-твоему? Ты? А ты не слишком поздно это понял? Нет, не слишком.
А когда? Когда большевики отняли у твоего отца сады и табуны, а? Нет. Когда они расстреляли 47 честных казахов, вся вина которых состояла в том, что они хотели видеть свою родину независимой и свободной. А почему ты им не помог? Или ты сам ловил этих честных казахов? Кому я успел помочь, тех спас от смерти. Это еще не все. Я их вооружил. Да-да, вооружил. Эти люди сейчас составляют так называемый отряд милиции особого назначения. 170 человек, которые готовы каждую минуту отдать свою жизнь в борьбе против советов. Ну, если это правда, ты молодец. Но сейчас они находятся под угрозой. Я связался с организацией полковника Сомова Верным. Для большей согласованности вошел под его подчинение. Полковник Сомов и его помощники арестованы семилическим ЧК. Знаю. Сейчас многие мои люди находятся в подполье. А чекисты идут за ними по пятам. И ты их оставил в такой момент. Бежал. Да ты недостоин своих людей. Хватит! Легче всего рассуждать о патриотизме, покуривая американские сигареты и развлекаясь с девушками в бардаках. А мне некогда рассуждать. Мне нужны действия. Немедленные военные действия. А твой толстозадый атаман Дутов за коньяком сочиняет свои прокламации о свободной России без большевиков. Вчера я был арестован по указанию семиреченского ЧК за связь с Сомовым. Бежал ночью из тюрьмы. За мной была погоня. Бросил свой отряд, свою жену и сына. И даже не знаю, где они сейчас. У тебя плохо с нервами. Прости. 2 года жизни в постоянном ожидании. Каждую ночь. Это очень тяжело. Ну, иди сюда, Касымхан. Иди. Ну, здравствуй, князь. Садись. Я знал, что ты меня поймешь. Чем могу помочь тебе? Я должен видеть Дутова. Это не так-то просто. Но возможно. Я заместитель начальника штаба атамана Дутова. Вот так. Ну, твое здоровье, товарищ начальник уездной милиции. С Дутовым можно связаться еще сегодня. Но такая поспешность нам ни к чему. Согласись, ты все-таки еще вчера был большевистской сволочью, чекистом и прочее. А потом, после последнего покушения красных на атамана, каждый до визита к нему должен познакомиться с протоиереем Ионой. Вся наша контрразведка в его руках. О, мерзкий тип этот Иона. Но хитер, как лис. Все успевает. И деньги воровать из казны, и детей крестить, и агентуру вербовать. Все. Атаман все прощает ему.
Слишком многое. Так вот, сегодня в 9 вечера Иона ужинает у меня. Я тебя жду. Мой дом как раз напротив собора. Еще коньяку. Я рад, что тебя встретил. Веришь? А в каком часу ты перешел границу? В 3 часа утра. Верю. Но запомни, обманешь, сам застрелю. Пытать не буду. Нет, просто застрелю. Ну, все, о тебе, о твоем побеге буду знать завтра, если не сегодня. Поп Иона, хоть и не чист на руку, но агентуру большевиков имеет первоклассную. Будь здоров. Thank you.
Проходите, господин. Сейчас принесу. Узнал? Я тебя на всю жизнь запомнил. Ты мне нужен. Заработать хочешь? Сколько? Сколько? Сколько хочешь. Только если будешь держать язык за зубами. Это я могу. Пошли. Что я должен делать? Продавать опиум. Сколько? Фунт. Ты что, ради этого границу переходил? Это для начала. А потом что? Потом? Потом сколько угодно. Пуд 10. Только у меня времени мало. Сколько? Ночь. Это очень трудно. Завтра здесь встретимся. Здесь? Да. Князь, а почему приказы вы были арестованы? Председателя Семиреченского ЧК Суворова. Николай Петрович. Да. Как же. Ну, как его нога? По-прежнему хромает. Хромает, да. Уберег Всевышний грешника в прошлом году. А не то коптиться бы господину Суворову, подвешенному за ребро в подвале. Отца Ионы. Господа, я предлагаю тост за нашего дорогого атамана. Милейший полковник, простите, позвольте мне. Пожалуйста. Благодарю вас. Егор,
Господа, вы только представьте себе. Дутов Александр Ильич. Походный атаман уссурийского войска. Войсковой атаман оренбургского войска. Избранник 13 казачьих войск. Губерний по площади в 2 раза больше, чем Европа. И этот образованнейший, глубоко русский человек сидит сейчас в богом забытом китайском городишке на краю земли. Для чего? Для себя? Для своей корысти? Нет. Для народа. В Дутове Россия видит залог своего освобождения от анархии, нищеты, очищения от тлетворной заразы большевизма. Господа, пить за атамана Дутова — это значит пить за великую Россию. Ура! Ура! А вы, князь, не боитесь своих помощников? Каких? Ну, тех, с которыми вы перешли границу. Я перешел один. А как же, значит, те люди, которые помогли вам бежать из тюрьмы, а потом ожидали, пока вы прощались с супругой, потом остались на той стороне? Да. Я жду связного. Князь, голубчик, умоляю вас, не доверяйтесь незнакомым людям. Берегитесь. Суворов любит подставлять своих людей, а Суворов человек мстительный. Надеюсь, ваша разведка оградит меня от неприятностей. Сделаю все возможное. Впрочем, поручиться сейчас ни за кого не могу. Полковник, браво, браво. Ну, какая роскошь, браво, браво, полковник. Ах, какая прелесть. Да. Посмотрите, пожалуйста. Прошу вас. Благодарю вас. Благодарю, смелейший полковник. Касымхан, теперь я хочу выпить за тебя. За твою преданность общему святому делу. За твоих молодцов, джигитов. Спасибо. А кстати, пожалуйста, о вашей организации. Вероятно, один полковник Сомов знал ее существование. Да. Разумеется, разумеется. И давно вы существуете? Ну, благодарю вас, благодарю вас. Около года. Около года. Какое диво. А представьте, мы здесь и не подозревали о существовании такой солидной организации под носом у красных. Какая призрачность. Эдакая эфемерность. Это что? Ирония? Помилуй бог. Посудите сами, князь. Полковник Сомов в своих многочисленных письмах ни словом не упомянул о вашем отряде. А теперь, после его ареста, уже ни один человек на свете не подтвердит факт существования вашего отряда. Господа, господа, вы опять о делах. Давайте выпьем. Значит, не верите в искренность моих намерений? Не верю, голубчик. Вы уж не сердитесь на меня. Я никому на свете не верю. Я сам себе не верю. Иногда. Касымхан. Князь, голубчик, погодите, князь. Князь, простите меня. Ну, не обижайтесь на меня. Это я так, простая шутка. Ради красного словца. Я ведь человека по глазам узнаю. Вы свой. Завтра атаман Дутов примет вас, можете не сомневаться. А-а-а!
это... Это ваша охрана, да. Хорошо вооружен. Он ведь за вами с утра наблюдает. Охраняет от красных. Ли! Здесь кто-нибудь был? Человека не было. Ты открывал шкаф? Ли открывала шкаф, а господина Френча повесила. А комод? Комод Ли не открывала. Ну, иди. А? Когда ты приступил к дежурству-то? Я уже говорил. В 8 часов вечера. А сколько времени ты разговаривал с начальником караула наверху? Ну, не знаю. Может быть, 5 минут. Когда мы спустились с товарищем Суворовым вниз, часовой был связан. Дверь в камеру была открыта. Мы кинулись. Ну, и... это я уже слышал. Товарищ Нестеров. Да. А Марбаев пришел. Где он? Ждет здесь. Ну, зови его. Подожди, я сам пойду. Иди. Встаньте все. Ну-ка, смотри хорошенько. Нет. Но здесь нет его. Подайте, милостыню. Подайте, милостыню. Да, это же.
Вот это. Это? Да-да. Это дорого? Дорого, дорого. Отложите. Времени мало. Ну что? Из Чайханы он пошел в церковь. Сколько он там пробыл? Полчаса. Значит, он человек Ионы. Ты видел Касымхан на площади? Их повесили за 2 дня до твоего прихода. Видел. Я как раз хотел предупредить. Передай всем. В уездном ЧК есть предатель. Будьте осторожны. Теперь слушайте меня. Я в 11 часов буду у Дутова. На всякий случай ждите меня у ворот с лошадьми. Дождитесь моего выезда. Встретимся в 5 часов у Кошары. Должен прибыть связной. Соберите всех. Ахмед, нужно раздобыть пулемет. Во что бы то ни стало. Надо готовиться. У меня времени нет. За мной плотно следят. До встречи. Вам кого? Моя фамилия Чудьяров. Прошу вас. Одну минуточку. Прошу. Прошу вас. Господин Чадьяров, если я не ошибаюсь. Касымхан Чадьяров. Генерал извещен о моем приходе? Да-да. Но предстоят небольшие формальности. У вас есть оружие? Простите. Поднимите, пожалуйста, руки. Извините. Что это? Подарок для генерала. Простите. Прошу.
Я очень рад, что мы с вами нашли общий язык. Goodbye. 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 Прости, Касымхан, надо проводить англичанина. Прошу вас. Ваше превосходительство. Прошу вас. Ваше превосходительство, прежде чем я буду иметь честь представиться вам, я хочу, чтобы и Саул в вашем присутствии извинился передо мной за непозволительное обращение. Я достаточно известен в семиречии Синьцзяне. Если и подвергаться обыску, то хотя бы в более корректной форме. Извинитесь. Ваше превосходительство, я действовал абсолютно... Извинитесь. Извините. Извольте рекомендовать себя, атаман. Князь Касымхан Чудьяров. Я слышал от отца Ионы и полковника Аблайханова о вашей отваге. О какой отваге может идти речь, атаман? Если вы имеете в виду побег из тюрьмы, то просто я спасал свою шкуру. Ваша откровенность граничит с цинизмом. А я не рассчитываю за побег получить Георгиевский крест. А на что вы рассчитываете? Хотя бы поговорить с вами с глазу на глаз. Я знал вашего дядюшку. Он торговал мне отличных коней. Мой дядя старый остолоп, да простит меня Аллах. Вы непочтительны к старшему. Как можно быть почтительным к человеку, который позорно бежал в Китай, в то время, когда советы рвались к власти? Именно по вине моего дядюшки и ему подобных Туркестан залит кровью. И с такими убеждениями вы пошли работать в ЧК. В милицию. Признаюсь, у меня убеждения были другими. И очень быстро мои иллюзии об автономии Казахстана были развеяны. Ну что ж, кто не был глуп, тот не был молод. Ну что ж, я могу вас понять. Но не забывайте, что под моим знаменем не только казачество. У меня 4000 мусульман, 1500 бурят. Я интернационалист. И сейчас нет более святого дела, чем уничтожение большевизма. Вот что объединяет и русских, и казахов. Один заклятый враг. Коммунизм. Именно в этом направлении я действовал, работая в милиции. Я немало хлопот доставил большевикам. Разумеется. Иначе бы они вас не арестовали. А, кстати, вы знаете, что ваша жена и дети находятся на свободе? Нет. Это не похоже на чекистов. Обычно они берут заложников, если арестованный совершает побег. Не так ли? Может быть, они уже взяли жену. Возможно. Так вот, господин Чадьяров, об автономии Казахстана вам придется забыть. Единая неделимая Россия. Вот мой идеал. Если вы хотите быть со мной,
Вам придется его принять. Принимаю. Хорошо. Что же вам от меня нужно? Я хочу склонить вас к немедленному военному действию в Семиречье. А если вам это не удастся? Удастся. Вы один способны понять меня, сейчас или никогда. Раскрыт крупнейший заговор. Пока ЧК арестовала только верхушки. Не добрались до низов, до самой организации. Надо немедленно поднимать восстание. Дайте мне полк. Я ударю на Джаркент и займу его. Не займете. Там стоит целая дивизия. Пусть не займу, но такого там натворю. Перевешаю всех неверных собак. Вырежу змеиные гнезда. Подниму своих людей, пока они не разбежались от ЧК. И выведу их. Наконец, я вывезу склад номер 11. Склад номер 11? А что это такое? В складе номер 11 большевики собрали опиум со всего Семиречья. Не менее, чем до 2 миллионов долларов. Ну и что? То есть как что? Дайте мне мусульманский полк. Я спасу своих джигитов, а вам привезу этот опиум. И вы думаете прельстить меня 2 миллионами? Сядьте! Вы наивный, сударь! Меня интересует судьба России! Сядьте! А не ваши 2 миллиона! Если я войду в Россию, то я войду в нее навсегда! И не грабителем, разрушителем, а освободителем, примирителем. Моя помощь идет не с карающим мечом, а с чашей любви и справедливости. Я... А? Да, кстати, вы не читали мое последнее воззвание? Нет. Нет? Обязательно прочтите. По стилю это мое лучшее произведение. Ваше превосходительство. Да! Ваше превосходительство. Телеграмма. А? Хорошо, Исаул. Вступайте. Что же вы не читаете? А? Или вас не интересуют вопросы агитации? Ваше превосходительство, не могу скрыть того, что свидание с вами меня глубоко разочаровало. Последняя моя надежда рухнула. Вы, как и мой дядя, предпочитаете красивые разговоры вместо реальных действий. Да вы просто мальчишка. Да знаете ли вы, какая сила сейчас сосредоточилась на границе с Авдепией? 15 тысяч человек! Это через год после моего наступления, в котором я потерял 25 тысяч! Прости меня, Господи. А вы не морочите голову своим опиумом. Смотрите, японцы снабдили меня новейшим стрелковым оружием. Франция, Англия заявили о своей поддержке моего похода на Россию. Наконец, вот, телеграмма от барона Врангеля из Крыма. Он взял Екатеринодар. Наступает решительный час расплаты и уничтожения большевизма. Они уже второй год охотятся за мной. Засылают ко мне террористов. Вон еще трое болтаются на площади. А вы мне морочите голову. Ваш превосходительство! Не смейте меня прерывать!
Ну? Что тебе надо? Говори. Полковник Кэббот из английской миссии, ваше превосходительство. Что, разве уже 5 часов? Да. Позовите Наталью Ильиничну. Я сама пришла. Здравствуйте, господа. Я думаю, Натали, что мы примем сэра Кэббота за чашкой чая. Да, мой друг. Файфа клёк тебе всегда удается. Конечно, мой друг. Примите полковника в столовой. Хорошо. Прошу извинить, я немного погорячился. Я тоже прошу простить меня за резкость. Не могу иначе. Я очень давно беседую с вами и не могу понять, что это? Нахальство или откровенность? Ну и что же вы намерены делать? Дождусь связного, уйду в Джаркент, подниму восстание. Пусть это будет безумием, но это лучше, нежели бездействие. Поступайте, как знаете. Но торопиться не рекомендую. Без моей помощи вы погибнете. Вам нужна моя сила. Честь имею. Да, чуть не забыл. Вот. Я хотел бы, чтобы этот Будда стоял у вас на столе и напоминал вам о безрассудном, упрямом, но честном человеке. Как вы молоды. Проводите князя. Прошу вас. С вашим порядком, Исаул. Во дворе есть коновязь, а меня вынудили оставить лошадь за воротами. Правом въезда в крепость пользуются только Аблайханов, отец Иона и другие высшие офицеры. Благодарю вас за внимание, Исаул. Пожалуйста. Иди. Вот, 2 часа назад взяли на границе. Он бежал, но был пойман. Назвал пароль. Интересно. А Марбаева срочно ко мне. Слушаюсь. Ты шел туда или оттуда? Туда. А откуда пароль знаешь? Слушай, начальник, скажи Суворову, что Акима арестовали. Ах, так ты Аким. Аким, начальник. А куда же так спешишь? Важное дело. А, Амарбаев, ну поди-ка сюда. Поди-ка, поди-ка. Ну, посмотри. Повнимательней, ну.
Сволочь! Ага. Это он! Хотел с щадьяром расстрелять меня! Прекратите! Амарбаев, прекратите! Идите! Идите! Идите, идите, Амарбаев! Слушай, начальник, зови Суворова, пока не поздно. Я тебе такого Суворова покажу. Где Чидьяров? Когда ты его видел последний раз? Я тебе отвечать не буду. Будешь, будешь! Ты мне скажешь, как бежал Чидьяров, и как вы с ним склад грабили, и кто тебе, сволочь, пароль дал для перехода границы. Не теряй времени, зови Суворова. Нет, я тебя буду допрашивать. А я тебе отвечать не буду. Будешь! Вот, захвачен при переходе границы, имеет прямое отношение к побегу Чидьярова. Требовал разговора с вами. Я все знаю, товарищ Нестеров. Оставьте нас. Идите, идите. Связного не было? Нет. Странно. Я был у Дутова. Знакомство наконец состоялось. Дутов дал мне понять, что наступление начнется в самое ближайшее время. Поэтому операцию назначаю на завтра. Но ведь завтра Пасха. Да, Пасха. У церкви народ будет. Все офицеры и солдаты соберутся там. Мы не сможем взять его. Мы и не будем брать его у церкви. Дутова надо задержать в крепости. В этом вся сложность. Да. Но как заставишь пропустить его такую службу? Об этом позже. Это меня не волнует. Как с пулеметом там? Иди вперед. Стой. Чердак над квартирой Эблайханова расположен очень удобно. Слуховое окно выходит на церковную площадь. Только смотри, осторожно. А в 5 часов я там буду. Ну, пока. До свидания. Желаю удачи, мой дорогой.
не шевелись. Или я пристрелю тебя, как собаку. Петя? Не двигайся, белогвардейская сволочь. Подними руки. Петя? Подними руки. Повернись. Ну вот, добрался я до тебя. Я пришел казнить тебя как предателя, бандита и контру. Именем революции казню. Но нет. Сначала ты мне скажешь, кто помог тебе бежать. Кто помог тебе бежать? Ну! Петя. Петя. Ну, будешь говорить? Тебе не кажется, что это довольно неудобная поза для беседы, а? Хорошо, садись. Но учти, одно движение, я разряжу в тебя все патроны. Ну? Кто тебе помогал бежать? Эсенбай, Атахан, Темирбек. Что это за люди? Откуда они? Ты их не знаешь. Кто с тобой был, когда ты приходил прощаться, Салтанат? Эсенбай, Атахан, Темирбек. И склад с опиумом грабил с ними? Да. Куда вы дели опиум? Зарыли в 10 километрах. Будешь говорить? Ли, беги за патрулем. Хорошо, хорошо. Позабавился. Теперь спрашивать буду я, а ты отвечать. С кем ты перешел границу, а? С кем перешел границу? Ты думаешь, я верю, что ты пришел сюда один? Для того, чтобы прикончить меня, а? Не хочешь отвечать? Ничего заговоришь. Я тебя заставлю говорить. В чем дело? Берите его. Он большевик. Им должна заняться контрразведка. Прошу. Честь имею. Ли, умыться. Сейчас. Иди.
Ли, стоп. Приготовь коня. Хорошо, хорошо. Мне срочно надо видеть отца Иону. Как прикажете доложить? Касымхан Чидьяров. Хорошо, садитесь. Князь? В такой час? Спасите, отец, от красных. Меня хотят прикончить. Что случилось, князь? Я только что сдал своего помощника, Кривенко. Он проник в мой дом с намерением убить меня. Я уже предупреждал вас, милейший, что Суворов будет мстить. А что же помешало этому Кривенко убить вас? Он пытался выяснить, кто мне помог бежать, и требовал назвать этих людей. Однако смелый человек этот ваш Кривенко. Только вот мне непонятно, почему же он не поручил это сделать кому-нибудь другому, а взялся за выполнение этого задания сам. Не исключено, что Кривенко сделал это по своей личной инициативе. Я довольно хорошо знаю его. Он ради своей карьеры пойдет на все. А больше он ни о чем вас не расспрашивал? Нет. Честное слово. Ваше недоверие оскорбительное, отец. Забавно, забавно. Выслушайте меня. Милейший. Сознаюсь, что за последнее время я много думал о вас. Я пытался логически стройно и вместе с тем изящно обосновать факт вашего пребывания здесь. И думаю, что мне это удалось. Не желаете ли послушать, князь? С удовольствием. После последних трех провалов Красной агентуры в Кульдже, желание обвести вокруг пальца бедного отца Иону стало для товарища Суворова делом чести. И с присущим ему талантом и вдохновением он разрабатывает новую комбинацию. Он решает легально забросить сюда человека. А для этой цели нет кандидатуры более подходящей, чем начальник милиции, хорошо известный и в Семиречье, и в Синьцзяне, Касымхан Чедьяров. Сын князя, скотопромышленника, экспроприированного советской властью. Благо, что за кордоном живут его не менее богатые родственники, также яро ненавидящие совдепию, дерзко. Но талантливо, не так ли? Так. Далее. Скомпрометировать начальника милиции с таким прошлым – дело несложное. Легче всего обвинить его в контрреволюции. Особенно, если подвертывается крупный заговор белогвардейских офицеров в Верном. Итак, обвинить в предательстве – провести для вящей убедительности под конвоем в тюрьму. Инсценировать побег из тюрьмы. Вот легенда, которая позволяет Касымхану Чадьярову свободно разгуливать по улицам цитадели Белой армии. Логично? Вполне. Но вы сегодня, дражайший, варварски разрушили мой Парфенон. Вы собственноручно выдали в руки моей контрразведки вашего верного помощника и истого большевика Кривенко. Ему сейчас не сладко. Он мог прийти не один? Не беспокойтесь, я увеличу охрану у вашего дома. Нет, не страх за свою жизнь привел меня к вам, отец. Я хочу откровенно рассказать о некоторых подробностях своего побега. Они вам неизвестны? Известны. В половине пятого вы застрелили человека у станционного склада. Это было? Да. Нет.
вы промахнулись. Как? Амирбаев жив? Жив, милейший, жив. Вам известно, что перед тем, как уйти в Сянцзянь, я вывез опиум со склада 11? Известно. Именно об этом я хотел с вами поговорить. Я похитил опиум и спрятал на той стороне. Не мог переправить через границу в ту ночь. И Кривенко послан ЧК главным образом для того, чтобы добиться от меня, куда я его дел. Я так и думал. Уверен, что чекисты ищут похищенный вами клад по всему Семеречью. Да, да. Боюсь, что вы правы. Час назад я лег в постель, но мысль о том, что каждую минуту я могу лишиться $2 миллионов, привела меня в смятение. Я понял, что не смогу уснуть, пока не найду решение. И пришел к вам. Что же вы от меня хотите? Я хочу вашей помощи. Помогите мне, отец, переправить опиум через границу. А почему вы не хотите поручить это дело вашей организации? Я могу быть с вами откровенным, отец? Разумеется. Политика политикой, но дело может обернуться так, что я вынужден буду думать только о себе. Наконец-то! Честно говоря, меня раздражала та роль патриота и страдальца, которую вы тут блестяще разыгрывали для нас. Конечно, я вам помогу. Но только с одним единственным условием. Об этом никто не должен знать. Даже атаман. Даже атаман? Атаман. Не сомневаюсь, что о цене мы договоримся. Разумеется. Ваша доля зависит от успеха операции. И в значительной степени от того, какие вы мне дадите гарантии, что операция будет проведена с минимальным риском. Гарантии абсолютные. В ЧК у меня свой человек. Достаточно ли убедит вас, если я эту операцию поручу? Сходи, пожалуйста. Если я поручу эту операцию начальнику джаркентской милиции, штабс-капитану Серову, он же Кривенко. Надеюсь, Петр Иванович любезно согласится помочь нам выполнить это дело. Он сегодня ночью уходит обратно в Джаркент. Юхан, Суворова надо немедленно арестовать. Суворов должен быть арестован. Ты в своем уме? Он связан с Чидьяровым, Юхан. Что ты несешь? А я могу тебе это доказать. Что ты мне можешь доказать? Что Суворов коммунист, подпольщик, всю свою жизнь отдавший делу революции? Ну, что ты мне можешь доказать? Не веришь? Посмотри. Я сам не хотел этому верить, но вот факты. После разговора с Чидьяровым в камере Суворов поднялся на второй этаж тюрьмы и вызвал к себе начальника караула и дежурного. Ради чего? Ради 10-минутного малозначительного разговора. А Чидьяров за это время успел сбежать. Хороши факты. Это могло быть просто совпадение. И к тому же, сам посуди, если наверху все время находился часовой. Подожди, Юхан, это еще не все.
Задержанный сегодня контрабандист грабил склад вместе с Чедьяровым. Его опознал Амарбаев. А это же не совпадение. Ну, а при чем здесь Суворов? Пароль, Юхан. Пароль контрабандисту для перехода границы дал Суворов. И ты поверил этому бандиту? Да нет же, Суворову! Он сам подтвердил это. А полчаса назад я получил приказ Суворова немедленно освободить задержанного из-под стражи. А чем он объяснил такое распоряжение? А ничем. Вот поэтому я отказался выполнить его приказ. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Слушай, Вася, но он же сам отдал распоряжение об аресте Чедьярова. Ну а что же ему еще оставалось делать, если он имел указание из центра? Ведь отдавая приказ об аресте Чедьярова, он уже думал о том, как организовать его побег. Так-то, Юхан, ничего не попишешь. Да. Где Суворов? Не знаю. Он отдал мне приказ через вестового, а сам, наверное, тю-тю. Доброе утро. Почему до сих пор не выполнен мой приказ? А сдается мне, товарищ начальник, что ваше время приказывать кончилось. За невыполнение приказа вы ответите перед трибуналом. А... Ну, ты действительно должен все объяснить, Николай. Ты же знаешь меня, Юхан. Сегодня я ничего не могу сказать, не имею права. Не имеет права. Завтра все узнаете сами. Ну ладно. Это дело большой государственной важности. И задержанный вами Аким выполняет мое задание. К вечеру он вернется обратно. Вам этого достаточно? Должен человек Чедьярова. Он связан с ним. Ну хорошо, я вам все объясню. Но прежде вы освободите Акима, доставите его к границе и поможете перейти на ту сторону. Надо немедленно разыскать Кривенко и доставить его сюда. Все я вам объясню только при одном условии. Если никто из нас не выйдет из этой комнаты, мы все будем здесь под охраной или под арестом, если хотите. Согласны? Это что еще за новые шутки? Это не шутки, товарищ Нестеров. Это условия, при которых я могу вам открыть государственную тайну, доверенную мне советской властью. Что? Что он мелет, Юхан? Это что же, выходит, нам с тобой партия не доверяет? Послушай ты, моей кровью полита дорога к советской власти. Я за нее колючую проволоку своей грудью рвал на фронтах. Голову под пули совал. Да ты не кипятись. Да ну, не кипятись. Опять начальство с утра митингует. Где тебя так разукрасили? Ну какая же свадьба? Без драки бывает. Как только вторую четверть допили, так пришлось жениха с тещей разнимать. Садись. Поближе. Дело в том, товарищи, что Чедьяров по кличке Князь, наш человек, заброшенный в ставку Дутова. Сейчас в ставке Дутова он готовит похищение атамана. Операция должна быть завершена сегодня к вечеру. И пока она не закончится, никто из нас не выйдет из этого кабинета. Знаете почему? Потому что один из нас предатель. А теперь попрошу всех положить оружие на стол.
Почему так задержался? Меня арестовали на границе. Кто? Наши. Я им даже ничего не мог объяснить. Меня узнал часовой, который охраняет склад. Помнишь? Ну, а потом? Потом пришел Суворов. Освободили меня и переправили через границу. Что от Суворова? Он сказал, чтобы я сегодня вечером вернулся. И сказал, что очень ждет. Ты должен идти обратно сейчас же. Перейти границу днем дважды рискованно. Но до вечера ждать нельзя. Дело в том, что Кривенко предатель. Перед рассветом он вернулся в Джаркент. Нужно как можно скорее сообщить об этом Суворову. Понял? Понял. Скажи Суворову, что сегодня вечером проведем операцию. Сегодня. Но Кривенко нужно брать немедленно. Все. В штабе давно говорят, что Иона нечист на руку. Но то, что ты сейчас сказал мне, уму непостижимо. За короткое знакомство с попом у меня стало складываться мнение, что разведывательная работа у него на втором плане. Не говоря уж о служении Господу Богу. А вчера он с неприкрытым цинизмом заявил мне о том, что сейчас его заботит только личная судьба. Да это же уже граничит с предательством. Фу. Атаман многое прощал ему, но это уж не простит. Когда ты думаешь доложить об Ионе атаману? Вообще-то мне нельзя говорить об этом с Дутовым. Атаман может расценить мои действия как желание подсидеть Иону. Ты ничего не слышал? Нет. По-моему, кто-то есть на чердаке. Еремеев! Тебе послышалось. Еремеев! Послушай, хочешь, я сам поговорю с атаманом? Хоть сегодня? Да нет, сегодня невозможно. Скоро начнется служба. Видишь, сколько народу? Атаман будет в церкви.
Нет, все же кто-то ходит. А? Неужели ты не слышишь? Нет. Еремеев! Пошли. Осторожно. Там, несомненно, кто-то есть. Еремеев! Еремеев! Смотри. Через 20 минут атаман должен быть на богослужении. Ты думаешь, готовится покушение? Безусловно. Пошли. Надо немедленно сообщить Ионе. Площадь окружена десятками таких чердаков. Нельзя терять ни минуты. Атамана нужно задержать в крепости, пока не разберемся. Где эта сволочь? Вот она что. Ваше превосходительство, вы сегодня не можете ехать на богослужение. Что случилось, полковник? Только что. На чердаке моего дома мы с князем Чадьяровым обнаружили пулемет и гранаты. Преступника задержать нам не удалось. Боюсь, что это новое покушение. Где отец Иона? Очевидно, готовится к службе. Мы его не стали искать. Так. Здравствуйте, господа. Саша, вы готовы? Да, я готов. Надо поторопиться. Наталья, я не поеду. Что случилось? Я себя неважно чувствую. Передай отцу Ионе, что я не буду на всеночной. Тогда я тоже не поеду. Нет, мой друг, ты должна быть на всеночной. Я тебя очень прошу, поезжай, пожалуйста. Мы не должны сердить отца Иону. И Саул, проводите Натали, пожалуйста. Надо усилить охрану крепости. Я вызову роту мусульман. Нет, вы останетесь со мной, полковник. Слушаюсь. Это сделает князь. Только нужно предупредить отца Иону, мое отсутствие может его взволновать. Никакого шума! Ничто не должно нарушить праздника. Иначе мы спугнем преступников. Ясно? Так точно. Поезжайте, князь, с Богом. Будьте осторожны. Вы вооружены? И очень неплохо. Руки вверх, господа. Малейшее движение, я буду стрелять. Что это за шутки, князь? Все очень серьезно. Вы не посмеете? Посмею. Полковник, скажи атаману, ты меня знаешь с детства.
Со мной шутить нельзя. Что я наделал? Что я наделал? Я во всем виноват! Вы убедились, атаман. Со мной шутить нельзя. Теперь слушайте внимательно. Сейчас пойдете со мной вниз и прикажете подать нам коляску или верховых лошадей. Мы выйдем из крепости. Дальше скажу, что делать. Это единственный способ сохранить себе жизнь. Вам ясно? Негодяй. Ты думаешь, я боюсь смерти? Но знай, что моя смерть не спасет ни тебя, ни твоих хозяев от возмездия. Петли! Стреляй, негодяй! Стреляй в Дутова! Стрелять в вас не составляет труда. Через 2 минуты сюда придет отец Иона. Я должен уходить с вами или без вас. Все. 5 секунд на размышление. 1, 2, 3. Согласен. Идите к дверям. Только опустите руки. Не вздумайте тянуть. Что с атаманом? Атаману плохо.
Зашифровали? Так точно. Гусена, наконец, нашли? Нашли. Приведите. Слушаюсь. Сейчас же отправишься за кордон самым коротким путем. Вручишь Кривенко. Умереть, но доставить. Иди. Отстали, сволочи. Свои. Быстрее. Скорее сюда воды. Выпей водички. Ну как? Хорошо. Смотрите, погоня! Накрыли, сволочи. А ну-ка, снимай халат. Так, хорошо. Да не мотайся ты, в глазах рябит. Ну, хорошо. Я у вас человек, можно сказать, новый. Но, товарищ Ионис, вы ведь еще по эмиграции знаете? По каторге. Вот именно. А товарищ Кривенко работает в Жаркенте
самого начала советской власти. И вас я знаю как человека, преданного революции. Да я же... Да мне революции за место отца матери осталось. Я все за нее отдал. А ты меня в измене подозреваешь. И не стыдно? Стыдно. Но ничего не поделаешь. В момент, когда решается судьба доверенного мне партии дела, приходится быть жестоким. Отбросить все дружеские чувства. И вы вправе быть в обиде на меня. Да не в личной обиде дело. Мне кажется странным другое. Благодаря вам, товарищ Суворов, Джаркентская ЧК парализована вот уже в течение 18 часов. Тем более в такое неблагоприятное время. И вы правы, товарищ Кривенко, но другого решения я не мог принять. А вот то, что Связной не вернулся из-за кордона, это тревожный симптом. Но даже в случае провала операции, Йона не мог арестовать всех участников. Утро. Утро – последний срок. Ну, а если и утром никто не придет? Этого не может быть. Кто-нибудь должен прийти. Либо ко мне от Чидьярова, либо кому-нибудь из вас от Йоны. Но если все-таки не придет? Тогда вся ответственность на мне, можете меня расстрелять. Ну, зачем же такие красивые фразы? Мы просто отконвоируем тебя в Верный, и все. Но уж это сделаю я. Как вы сказали, отбросив все дружеские чувства. Вот те горы, а там уже граница. Знаю. Прощай, Касымхан. Спасибо за все. Прощай. Ну что ж. Назначенное мною время истекло. Я понимаю, почему вы молчите. Мы хотели подождать, чтобы вы чай допили. Спасибо. Чем вы объясните, что никто не пришел? Я не знаю, что там произошло, но я привык верить людям! Ну что ж, кто меня отконвоирует в тюрьму? Я. Дайте ему хоть чай-то допить. Обойдусь без чая. Ну, пошли. Кого ведете? От Юнусова, товарищ начальник. На границе поймали. От Чидьярова? Нет. От отца Ионы. Ай, ты подлец! Держите его! Поднять! Товарищ начальник, от Юнусова. В сапоге под стелькой при обыске нашли. У Сена? Да. Шифр. А ну, пошли. Салтанат! Салтанат! Не приехал. Кто? Касымхан. Он живой, Салтанат. Он просто не доехал. Он скоро будет здесь. Пить. Пить. Как же так? Что ты говоришь, Ахмед? Твой муж герой, Салтанат.
настоящий герой. Можешь им гордиться. Таких джигитов, как он, по всему Семиречью по пальцам пересчитать. Встать! Читай. Дутов убит. Чидьяров агент красных. Спасайте себя. Ухожу в Гонконг. Йона. Где Чидьяров? Здесь об этом ничего не сказано. Ну, раз Йона смотался в Гонконг, там полный развал. Бежал, скотина. Удрал, сука, в Гонконг, всех бросил. Себя спасайте. Не будь Иона так жаден, вам бы никогда не добраться до атамана. Никогда! Ну, это как сказать. Уведите арестованного. Можно один вопрос? Один можно. Куда вы перепрятали опиум? Я с ног сбился. Никакого опиума не было и нет, это миф. Так это не было. Склад, мешки, я их сам видел. В мешках были опилки. Ну что ж, Вася, следствие по делу Кривенки поручаю тебе. Уходить мне надо из ЧК, товарищ Суворов. Как вспомню, что могло получиться, сам себе сволочь. Не место мне в ЧК с такими понятиями. Да здесь и его вина. Ведь он что придумал. Я был бы рад, если бы все наши ошибки заканчивались таким же образом. Здравствуйте, товарищи. О, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Ну, здравствуй, да. Начальник. Здравствуйте. Что с вами? Да так, немножко. Где Чидьяров? Мы расстались с ним на рассвете. Я увел погоню. А он ушел через границу один. Молодец. Значит, жив? Да, да, жив. Он уже скоро будет здесь. Подождите. Ну что ж, идем Чидьярова встречать, а? Да я его на руках через весь город пронесу. Да не надо никакого шума, ни торжественных встреч. Чидьяров скоро уходит на новое задание. Но ведь он же герой. Герой. Герой всегда должен знать свой народ. Но народ не всегда может знать своих героев. Что поделаешь? Такова профессия.